прошел дождь, небольшой такой небольшой ливник, земля сухая осталась под метасеквой, и что интересно, и ствол сухой. Ствол сухой. Вот там немножко кажется влажный. Так, метасеквоя где-то 3,5 метра высотой. Биоты вот эти были посажены где-то уже лет 7 назад. 8 назад. Не, 6-7 лет назад. А метасеквоя всего лишь 4-5 лет назад пересажена. Она совсем маленькая была. Была посажена в конце мая. Вот, удобрялась, поливалась. Но вот она вот так кажется такая мощная, но не очень хочет расти вверх. 3,5 метра, понятно, это не очень много. Но она, во-первых, довольно тоненькая ствол. Совсем тоненький ствол. То есть на высоте 2 метра от вершины ствол всего лишь видим 2,5 сантиметра. И только здесь утолщение годовое, по-видимому, еще 3-летней давности. Вот это утолщение, наверное, 3-летней давности. Ствол у основания толстый, да, действительно. Где-то 7-8 до 9 сантиметров. Вот. Вот здесь видим резкое утоньшение. И дальше идет. И вот много дает мощных боковых побегов. Наверное, так дерево защищается. Вот еще одно. Огромнейшая разница, то, которое было здесь и старше по возрасту, и раньше здесь выше высажено. Удобрение у него было гораздо меньше, хотя полив был у него. Но, как видим, что и по толщине, по высоте это огромнейшая разница. Ну, здесь меньше попадает солнце, и уже вот он результат. Результат тот, что дерево 2,5 метра уже, да, но очень тоненькое. У основания всего лишь сколько? 3 сантиметра. Без элементарного ухода, без какого-то хотя бы редкого полива, хотя бы пару раз в месяц при засухе, метасеквоя погибает. Хотя вот есть вот эти вот маленькие, но как бы опыт показывает, что при таком состоянии ствол, что еще живые, живой еще стволик, все-таки жизнь как-то теплится, но само по себе оно вряд ли выживет, это деревце. Надо убирать сорняки, надо поливать.